В районах республики чествуют и награждают участников, победителей, призеров и волонтеров игр «Дети Азии». Накануне торжественная церемония состоялась в поселке Хандыга Тампонского Улуса. Продолжит наш корреспондент Нина Ханарова. На сцену Центра спорта и культуры Алроса приглашаются участники, призеры и тренеры спортсменов, прославивших Тампонский район на 6-х международных спортивных играх «Дети Азии». Игоря Фролкина, занявшего 2-е место по масс-рестлингу в весовой категории 68 кг, и тренера Иннокентия Заровняева, Саину Малышеву, бронзового призера по вольной борьбе до 32 кг, и Евгению Огородникову, занявшую 4-е место, тренер-мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, Михаил Амосов, Алену Гурьеву, мастера спорта Российской Федерации по пулевой стрельбе и тренера Сергея Попова. Михаил Дмитриевич Амосов с вручением сертификата на сумму 5000 рублей. Все участники игр и их тренеры награждены благодарственными письмами муниципального района и денежными сертификатами различного достоинства. Кроме того, благодарность и ценный подарок получил танцевальный коллектив «Нежность», участник культурной программы игр, руководитель Айлана Хлопкова. Слова благодарности высказали главы наслегов, председатель районных федераций по видам спорта, учителя и общественность. Ну, надеюсь, что стать чемпионкой, это возможно. Очень сильные тренировки надо, подготовки, нагрузка. В конце вечера спортсмены ответили на вопросы сверстников и участников церемонии и поделились впечатлениями, полученными на играх. Также были отмечены и волонтеры. Нина Ханарова, Богдан Тиянич, НВК Саха, Тампонский район.